секунду. Всегда езжу, выступаю по AGP, как по России, так же за границей. Вот. Можно вас попросить, пожалуйста, молодой человек, можно, пожалуйста, выделить? Давай еще раз. Урал нас принял на ура. И все ли получ... Интересное место выбрали на интервью. Я думаю, мы не последний раз здесь. Давай еще раз. Стоп. Ну, в общем. Дружба победила. Здравствуйте, меня зовут Яншина Алсу, я представляю город Омск, борцовский клуб «Ермак», Академия «Стрела». Меня зовут Блюм Владимир, я из города Москвы, представляю клуб «Гаджира Джиу-Джитсу». Меня зовут Аня Чмутова, я из Санкт-Петербурга, и команда «Сапсан Тим». Всех приветствую, меня зовут Кузнецов Юрий, я из города Москвы, команда «Чикмат». Академии. Меня зовут Атласов Булат Рашитович, я из города Уфа, я организатор и партнер AGP в России, а вообще из команды Jungle BGG. Меня зовут Мария, я из города Новосибирск, представляю команду Zenit Team. Турнир на Урале собрал 400 с лишним регистраций. Урал нас принял на ура. Я думаю, мы не последний раз здесь. Эмоции испытываю хорошие. Радость, удовлетворение, гордость. Эмоции хорошие, всегда положительные, от соревнований получаешь опыт. Хоть какой-никакой, но опыт всегда есть. Ой, конечно же, я испытываю чувство радости, что я снова выступаю на соревнованиях. Адреналин до сих пор, хотя у меня уже закончились схватки, нас наградили. Получилось все. Я, конечно, планировал собрать 600 человек, но в следующий раз, я думаю, что 600 точно будет. Планировал приехать, получить баллы, заработать побольше рейтинга. Так что все получилось. У меня ничего вообще не получилось. Что-то все пошло не по плану. Не мой день, наверное. Пока у меня эйфория. Ну, схватки для меня прошли плохо. Отборолся я плохо, все схватки проиграл. Решил записаться в абсолютку, побороться с ребятами. Схватка прошла хорошо, получилось быстро завершить. Так все хорошо. Я боролась две встречи, две с одной девочкой, выиграла сабмишинами. Первый рычаг локтя, второй удушка. Мои схватки прошли, конечно же, поскольку я заняла второе место, хуже, чем я планировала. Но в целом я поняла, где у меня есть ошибки. И над чем мне нужно работать в дальнейшем. У меня было две схватки. Получилось, конечно же, не все, что планировала, как и всегда. Ну, потому что это борьба, всего не предусмотришь. Но поборолись хорошо. Поработала с гардов, с которых хотела поработать. И, ну, у спортсменов часто такое, что в одной весовой вы постоянно встречаетесь с одним и тем же человеком. Вот, и снова поборолись с Сашей. Тоже здорово, классно, хорошая соперница. Ой, соперница? У меня чудо, лапочки. Это девочка, которая заняла первое место, она чемпионка России действующая. Очень сильная девчонка, опытная, видно, и все. Она молодец, она сегодня молодец. У меня нету какого-то определенного плана на борьбу, действую по ситуациям. Все сделал, главное, что выиграла. Ну, соперники хорошие, всегда готовятся, тоже выступают на соревнованиях и опытные достаточно. Я первый раз борюсь по AGP. Интересно, что еще сказать. Пока все устраивает. Организация хорошая. Мне нравится лига AGP. Всегда езжу, выступаю в этой лиге.
Вот. Как в России, так и за границей стараюсь выступать. Организация порадовала. Как в Новосибирске мы были на турнире, как и в Екатеринбурге. Все четко, по таймингам. Все спортсмены знают, куда, во сколько идти. Это самое главное. Ну, организация, я считаю, проходит хорошо. Да, у нас самое главное... Проблема соревнований – это задержка по времени. Здесь ее по минимуму, поэтому я считаю, что все хорошо. На мой взгляд, есть небольшие нюансы, небольшие огрехи, но в целом мы идем в тайминге, мы идем с опережением тайминга даже, я бы сказал, и все великолепно. Все хорошо. Все четко, мне очень нравится. Спасибо организаторам за организацию данных турниров в России. Мая в Москве мы проводим AGP Russia National, чемпионат России. Соберем достаточно много народу, будут интересные схватки, будут много коричневых черных поясов, я думаю, потому что это Москва, это центр России, ехать недалеко. Не придется никуда лететь. Это будет выходной день. Сел в машину, доехал, вышел, поборолся, уехал домой. И AGP двигается по России в этом сезоне, и вот, наконец-то, первый турнир в Москве. 1 мая жду, готовлюсь, буду готовиться, отдыхать, готовиться. Я буду участвовать на соревнованиях 1 мая, и я приглашаю девочек принять участие, потому что это незабываемые эмоции. Я не знаю, вот с чем это может сравниться, вот этот адреналин и кайф, который ты испытываешь на соревнованиях. Вот, я надеюсь, что девчата зарегистрируются, и мы покажем классную борьбу и женское джиу-джитсу. Без лишних комментариев. Всех ждем 1 мая в городе Москва, Russia National AGP. В общем, я считаю, что на данный момент AGP – это лучшая организация в России. Все. Без лишних комментариев. Можно вас попросить, да, все.